Астраханцы недовольны. Памятник погибшим кораблям, известный в народе как якорь, стал жертвой халатного косметического ремонта. В нашу редакцию обратились жильцы соседних домов. По их словам, облицовочную плитку пьедестала стали ремонтировать перед самым Новым годом. А это очень неподходящее время для реставрации. Плитка взяла, да и отвалилась. На днях 15 февраля – день вывода войск из Афганистана, день защитника Отечества и главное событие этого года – 70-летие Великой Победы. Сейчас эту проблему наспех исправляют. Надолго ли хватит косметического ремонта? Делали ноябрь, декабрь, дождь шел, снег, а ее делали. Ну кто ж в это время делает в такую погоду? Сделали, а они сейчас начинают отваливаться. Ну. Ни в мороз не делают, понимаете? Надо делать, когда тепло, чтобы цемент взялся. А они в мороз сделали.